хранили царя от соблазнов мирских. Монашество он полюбил и священство, и волею Божьей прославил святых. Он чтил чудотворцев, святителей русских, царей православных и древних князей. Им был не забыт Симеон Верхотурский, на раку святаго он жертвовал сей. Чудотворный источник, ходил с крестным ходом в монашеский скит, почтить и прославить священные мощи того, кто на камне молитвы стоит. Молитвенный подвиг свершил православный саровский подвижник, который предрек: последний наш царь меня в Боге прославит, царя же за веру прославит сам Бог. Любил государь этот мир боголепный, и звон колокольный в сиянии зари, крещенья, венчанья, святые молебны, соборы, обители, монастыри. Молился он вместе с детьми и женой, была словно малая церковь, семья, смирение, покорность родительской воле, в их царской семье были вместе. Помазанник Божий, молитвенник царь, и он продолжает пред Богом служение, чтоб мы свою лепту несли нам.